Приветствую всех, с вами Дирамос, продолжаем играть в Террарию с модами. А, что у меня? Копал я, собственно, себе вот этот вот, просто тут вертикальную дырку, чтобы ровная была. Упал в пещеру, а тут меня вот такая вот хренотень поджидает. 600 здоровья. И чуть-чуть побил, пока просто драпал от нее. Ну охренеть, ты бронированная. Такое ощущение, что это просто какой-то огроменный мега-слизень. Ну, кстати, ведет себя соответствующе. И контрится тоже соответствующе. Просто я не мог эту штуку не показать вам. Я, честно говоря, когда его увидел, думал, что все, меня сейчас развоплотят просто за два удара. Но нет. Эта штука нормальная, в принципе. В чем-то даже проще, чем если бы это был обычный слизень с 600 здоровьем. Потому что с таким размером от него спрятаться вообще проще, чем просто. О, смотрите-ка. С него тоже этот мега-камень выпал. Который нужен даже после убийства Мунлорда, вроде как. То есть в этом, в тримоде, так называемом. Что? Это хорошо. Не то, что вот это. Кроубар? А нахрена ты? Просто оружие? Ой-ой-ой. Как я выжил? Не знаю. Ладно, этого я утопил куда-то. В общем, такая вот штука внезапная. Ты жужжилица. Ты чё под водой плаваешь? Паразиктоиды какие-то. Или кто вы там? Видите, мое здоровье. Но все-таки определенно, вот с этим вот инструментом просто в разы приятнее копаться во всяких этих пещерах ваших. Наших. В чьих-то пещерах. Так, давайте слопаем яблок. На самом деле, определенно мне уже нужно делать этот. Ферму дерева себе. О, кстати, камешки пригодятся. Вот мне рубинов бы надо, чтобы я мог этого большого слизника призывать. Бомбочек мне, спасибо. Какой-то труды, интересно, я могу добывать или нет? Нет, не могу. Опа, опа. Не подходить ко мне. Нимфа и Атис. Парочка. Не подходить ко мне, животное. Да, но сейчас сердце Атиса падать не хочет. В принципе, вещичка-то все-таки не очень плохая. Мне бы он пригодился явно. Может быть. Может и нет. Давайте куда-нибудь поставим. У меня факела нет. Здесь у меня нет факела. И, собственно, я здесь тогда и ходил, когда лаву себе искал. Ну, естественно, коридорчик я буду докапывать уже все-таки, опять же, за кадром. Ну, по вообще, ну, вообще по понятным причинам. А, вообще, слизень, ты чё? Что здесь такое?
музыка такая играет. Как от какого-то суперледяного биома. Какая-то у них такая характерное звучание, что прямо слышится какое-то что-то ледяное. Ты. Гранитный элементаль. На самом деле, моя ближайшая цель, что я хочу добиться, ну это, конечно, очень не скоро будет, но это убийство скелетрона, чтобы я мог войти в данж и механика найти. Сейчас поездочку устроим небольшую. Или еще один. А, тьфу, меня запутало. Дебаф. Да, здесь, если по-честному, то ничего интересного. Металлодетектор. Ловушку куда-нибудь воткну, пускай стоит. Статуя единорога я не думаю, что мне нужна. Нет, походу действительно гранитный биом такой... Такое звучание имеет. Интересно. О, эта труда нужна, по-моему. Сколько драгоценного камня? Так, товарищ Гролем. Именно так его баннер называется, когда его 50 штук убьешь. Баннер Гролема. Так, руда. Дай мне уже наконец. Так, где тут еще что-то было? В пещерке это очень хорошо. 91 бомба. Но слизи у меня нет, поэтому я не смогу делать липких бомб в пачку. Но когда будет механик, ну тогда я заживу. Опаньки, меня поджарило. Ладно, я думаю, от этого я могу отказаться. Ух, сколько эмеральдов. Конечно, там вряд ли есть 16 штук. Хотя, кто знает. Опа. Смешная игра. Шутку понял. Так, валим. Просто вот так вот, нежданно, негаданно и вообще неожиданно. Тут у меня что есть. Короче, сундук. Ставлю еще один. У меня тут полнейший хлам происходит. Просто депозит пол скину. А, баночки пригодятся. Может быть, даже сделаю себе одну супер баночку. Да. Неудачник. Как бы мне сейчас не отъехать? Это было бы вообще прекрасно, если бы я смог. Такс. Что мне понадобится? Мне до хрена все понадобится, мне ни хрена нет. Ох ты, так быстро, ты чё, издеваешься нафиг? Глазик. Одумайся, чтоб тебя. Чё-то я вообще быстро. Не, я сейчас отъеду от него. Не, хотя на самом деле баф сытости меня может спасти. Потому что он хорошую регенерацию дает. Надо его поддерживать.
Так. Не, ну я вряд ли его завалю все-таки. Если я вот на первой фазе уже так него. Я вообще просто к нему никак не готовился. Играл бы я сейчас на хардкорном персонаже, чего я делать никогда не буду. Вот если бы я на нем играл, я бы просто перезашел в мир, чтобы он не появился. Потому что я его, правда, сейчас вообще не осилю. О, нет, только не в тот биом. Товарищ Глаз, идешь нафиг. Да, конечно, это очень веселая и увлекательная битва. Тут мои деревья повырастали, повырастать успели уже. Я в основном попадаю по нему именно вот этими снарядами. Но я ему сейчас хоть урона стал чуть-чуть больше наносить. Ну и он мне на самом деле. Насколько я понимаю. У него просто его оболочка слетела. Радужная или как она там называется. У меня еще скорости никакой нет на передвижение. И чтобы потом не запариваться. Еще костер дает небольшую регенерацию. Ну, когда он начнет уже спамить это так, я просто ничего с ним уже не сделаю. Так что тогда и придет мой конец. Ну что, вот видите, он уже начал меня карать. Нет, брони никакой толком. Скилла никакого толком. Ну да. В принципе, стоило ожидать. Ну, я ни капельки не удивлен этому исходу. Ну, на самом деле, я прожил даже дольше, чем я ожидал. Да, я мог медсестре пойти подлечиться у нее, но... ну, нафиг, все-таки хочу в этом летсплее попробовать все честно сделать. Медсестра хоть и... существует, но для босса использовать ее все-таки согласен немножечко читерно, поэтому буду в этот раз стараться без нее обходиться. Тогда эти мне, видите, вы маленькие. Но на самом деле я уверен, если бы я просто все бафы, которые у меня даже были, просто тупо зелья, если бы я их все использовал, то я бы его одолел. Сука, 65 яблок. Нормально. Так, что мне еще нужно? Хрен его знает. И
Где этот дом? А, я нашел мраморный биом вот здесь вот. Это хорошо, потому что в мраморном биоме, убив определенного босса, что, сразу скажу, будет достаточно нелегко, достаточно жесткий. В общем, убив его, на эксперте мы сможем получить полет себе. До хардмода. Такой не очень сильный. Понятно, что он слабее всех хардмодных полетов. Но все равно сам факт. Это же чертов полет. Так, куда я еще хотел пойти? А, зачем мне это? Я же хотел пойти себе это делать. Как его? Ферму под дерево. Для фермы дерева, я думаю... Не, на самом деле... Я не хочу камень использовать. Я хочу... снежный кирпич. Для снежного кирпича мне нужно преодолеть вот тут. Опа, хорошая штука. Иди сюда. Сколько там? 25 серебра. Эта штучка ценная вполне себе. Ну, кролик я буду вот так вот применять. На еду пускать. Так, отлично, день наступил. Пробуем прорваться через тот биом. Шансы есть. Ну как, вот с этого моба есть шансы выбить ключ. Да-да, именно такие же шансы. Ой, я тут уже был, оказывается. Значит, оказалось, я в этом снежном биоме не был. Ну да. Когда слышно вот этот звук вот этого моба, уже бесполезно что-то делать. Потому что он просто имба ходячая. Имба на ножках. Так, видите, у меня тут где-то был снежный биом. Да. Давайте я пойду в тот снежный биом, просто накопаю кучу снега себе. И увидимся. Так, и мы продолжаем. Я так посмотрел место. У меня тут особо нет, чтобы в бок ее строить вот сюда, потому что прямо вот здесь вот, где я вот поставил такой, это у меня спаун. Соответственно, около спауна мне понадобится другая конструкция. Поэтому решил сделать необычно и ферму дерева сделать вертикальную, прямо внутри дерева. Ну, точнее, дерево это будет таким, такой основой. Поэтому, то есть, вот эту левую часть я всю срублю. Возможно, я оставлю вообще голый столб. Или вообще в будущем ничего не оставлю от него. Хотя нет, все-таки столбик оставлю, думаю. Так, собираемся. Вот где-то здесь я и начну делать вертикальную ферму под разные виды дерева, естественно же, а что как же без этого, как же долго вверх копать. Вы бы знали. Куда? Да ну хватит. Бешеный персонаж. Почему-то он на середину переходит, когда копает. Это странно. А что ж поделаешь?
по-моему, у меня было где-то. Был набор инструментов, который позволяет делать это живое дерево. Может быть, в будущем и воспользуемся им, чтобы столбик довести до конца. Пока забираемся наверх и срубаем все, что есть. Я вот не помню, какой высоты деревья, сколько надо отступать от уровня одного до другого. Ну, это надо будет на вики глянуть просто. Все. Ага, понятно. Черта с два я сделаю сейчас это дерево. Отвалитесь вы от меня, нафиг всей толпой. Достали. Во-первых, нафиг. Ага. Мне нужно туда прорваться, к этому сундуку. Забрать оттуда все, что там лежит. Топаз, вот выпал топаз. Так, окей, этого хватит. Так, еда, еда, еда. Нужно больше еды. Это что за личинки? Так, и вот здесь вот надо налить. Замечательно. Ни хрена себе. Это что за чудище? Это... Что за чудище? Босс какой-то. Успокойтесь, ребят. Все хорошо. Так, закроемся. Продолжим стрелять это адовое чудище. Не знаю, что это такое. Это... какой-то особый глаз. Так, слышите, зомбики, хватит. Королевский клеймор. Не, боссик, мини-боссик, тебе не повезло, ты просто... попал не в нужное время и не в нужное место. Так, закрываемся. Открываемся. Продолжаем стрелять это чудовище. На дропа еще здесь наберу немало, мне кажется. Когда зомби идут, там бесполезно палить, поэтому... Страшилищу. Дропните что-нибудь интересное, ребят. Только не святые шарды, не святые осколки, они мне дропают. Вау, вау, вау. Вы, конечно, и спавните тут.
толпы чудищ. Кстати, я сейчас думаю, насобираю себе материал на инваровую броню. Это было бы крайне хорошо. Если я успею убить это чудище за вот это отведенное мне время. Кто знает? Не, хотя думаю, все-таки успею. Так, по крайней мере, не вижу причин, почему бы нет. Зомби, ты меня достал. Хорошо, он не отходит, когда не может ко мне подойти. Так, это повод зомби. Нафиг мне нужен. Так, спавнит тучу. Туча ничего мне не может сделать. И нафиг вас, ребят. Там патчверк был удален из мира. Хорошая книга. И какая-то там другая книга. Что хотите сказать, это был единственный такой моб во всей игре? Если так, то странно. Ну такой себе мечик. Честно, вообще не впечатлен. Я же могу вот так вот сделать. А эти... Эти мелкие по-прежнему не жарят с облаву. Умные что ли, дофига? Слишком умные нашлись. А бывало, они не жарятся. Козлы. О! Там хорошая вещичка валяется. Которую надо бы потом будет собрать. Этот. Денежный корыт, так называемая. В общем, переносная копилка. В которой смогу скидывать кучу всякой хрени. Прекрасно. Хотя бы первый Blood Moon произошел круче, чем этот. О! Фантом. С фантомом что-то очень полезное. Падает вот этот частичка. Душа фантома. Вот она очень хороша, в принципе. А ферму дерева я за кадром сделаю. В принципе, строитель из меня такой себе, поэтому... Я не думаю, что стоит прямо акцентировать внимание, как я строю, учитывая, что я не строю что-то прям шедеврального. Так что, сейчас закончится Blood Moon, и мы закончим с вами любимую серию. Это что такое? Abomination. Странно. Факел перемещается почему-то. Я дверью двигаю факел. Нормально. Хедшот. О, все. Blood Moon закончен. И сколько здесь вкусов здесь всяких? Обалдеть. Нет, я еще не все смог собрать. Всякий хлам удалим пока что. Пойдем соберем все, что выпало. Скажем так, остальное все, что выпало.
книги. Хорошая книга. Сколько там маны? 5 маны. Смотрите. Офигеть, мне места не хватило. По-прежнему. Я думал, у меня уже сейчас явно должно хватить места, но нет. Так, шапка, зелька, банка. Книжки берем. Сейчас обратимся к товарищу Киду. И спросим, что из всего этого хлама у нас делается. Так, фантомная эта штука. Что из тебя делается? Ну, естественно. Так, это мне не нужно. Но я ничего из него не сделаю. Мне казалось, из него что-то было полезное. Но, видимо, нет. Так, Брейниак. Дриппин Найф и отвратительный лук. Сколько там надо? 12. Так, из крови. Что это? Это понятно, это штука, которая позволяет без перемотки времени на компьютере выставить нужный ивент, судя по всему. В общем, это не нужно. А из шардов у нас что? Можно омыть эти шарды. Окей. О, рваный папирус. Четыре сердца. И 4 звезды маны. Можно этот ночь. Ни хрена себе улетело. Мясо-то куда? Черт, я даже никуда не туда пошел. Офигеть. Сверхзвуковое космическое мясо. Кстати говоря, я думал, мне нужно сделать мостики небольшие. Ауч! И в процессе желательно бы не поджариться. В принципе, эти мостики позволят мне нормально входить в мой дом, а мобы, которые будут подходить, они будут все равно пытаться в дверь вдолбиться, все равно будут падать. По крайней мере, такая у меня задумка. Ну а на этом я все-таки закончу данную серию. Продолжим с вами уже в следующей. Сейчас я благодарю вас за внимание. Кстати, надо отметить свои новые этот. Вот, монетки туда скинуть. Не надо туда все скидывать. В общем, до новых встреч. В следующих сериях, кстати, новый зомбик появился. Точнее, новый непись появился. Зомби с метательными руками. Всем пока.